вот такой вот мисс Диор. На самом деле мне довольно стыдно по поводу того, как я его покупала. То есть у меня были сплошняком сладкие духи, и мама меня отправила в магазин, чтобы я себе купила что-то более изысканное и легкое. Ну и, собственно говоря, я там и нашла. Вот этот аромат. Но дело в том, что я, знаете, как его купила за минут 15, вот, понюхала. Да, неплохо, не очень противно, все, я пошла куплю и домой. И только дома я поняла, боже, насколько он шикарен. Знаете, я очень такой популярен аромат у мисс Диор, по-моему, черри. Вот он был у моей сестры, я его тоже активно использовала. И этот аромат, он такой более спокойный и, мне кажется, более интересный. В нем есть сладость. Сладость в нем от такого запаха мандаринки. Но также в нем есть такая какая-то своеобразная изысканность. То есть в нем есть запах розы, в нем есть запах бергамота. Напоминает что-то такое чайное. Да. Я им очень активно пользуюсь. То есть вот у меня уже совсем чуть осталось. А, да, кстати, как он выглядит-то сам.